Congrats. Всем доброе, предпраздничное, ой, предпраздничное, не проснулся еще, послепраздничное утро, 26 октября, понедельник, день тяжелый, после праздника, время 10 минут 9, стоянка еще почти полная, только-только народ начинает разъезжаться, уже, как видите, рассвело, утро у нас началось с мытья боковых стекол и зеркал. Ну, судя по той мерзости, которая на улице, это все ненадолго. Но хоть чуть-чуть, минут 15 поснимаем в чистоте. Сегодня тоже что-то дал себе волю чувствам. В плане... Так, автономку выключаем. В плане поспать. О, пойду щетки посмотрю. Что-то они вчера поскрипывать начали. Не пойму только чего. Надо пойти резинки почистить. Скрежетание. Короче, уже пора их менять. Тем более сейчас на зиму надо. Что, рацию включим? Ненадолго. Все, молотки отмолотили. Поехали. Красный Яр. Сколько тут от Томска, да? Ехали. До Кати отсюда 930 километров. Вот не знаете, может, до какой Тюмени доедем. В Тюмени переночуем. А завтра с утреца по хватку. Так все выглядит здесь, конечно, все красиво, цивильно. Но не было внутри. Не кушать вчера не ходил, а вчера после этого гололеда, курю, руки колотятся. Приехал, наверное, чай попил и все, и сразу же спать. И вот спал, как пшеницу продавший. Красавчик, да? Стоит такой на постаменте. Блин, в прошлый раз хотел сфоткать, забыл. И в этот раз, ну ладно. Останавливаться не буду. Хотя, может, и надо было. Как раз коллега паркуется. Куда он паркуется? Под шиномонтажа? Под шиномонтаж? Что он хочет сделать? Нет, он просто что-то назад едет. Дагестан, 05. Зашторенный наполовину ездит, как-то интересно. Видите, тут еще на монтаж есть, все есть. Такой комплекс хороший. Стоянка. И что? Я думал, ты не собираешься подвигаться. Так и будем бодаться, то железнее.
стоянка такая довольно, ну, чистая в плане того, что вот асфальт, там все дела, нормально. Видите, как приятно зеркала смотреть. Как вы думаете, через сколько? До Тюкалинска хватит или нет? Вот проверим. В Тюкалинске, я думаю, уже будет все по фэншую опять. О, Маша сюда сегодня после праздника. Никуда вчера там не отмечала? Чересчур. Щебечешь с утра. И ты тоже туда же. Ну, молодцы, девки мои. Дышняк какой-то, я не знаю. Ну вот примерный план такой. До Тюмени там, может быть, чуть дальше посмотрим. У нас же еще бонусный час появится. Не знаю, будет видно. Немножко мы уже здесь определились. Не поеду я в Латвию. Я тут тоже что-то подумали. Надо вот так становиться приходится, потому что, чтобы было видно. Вот, не поеду я в Латвию. Где-то мы в районе Москвы сменимся. Ну, Миша подсядет. Мы поедем вместе до Минска. В Минске меня пинками выпихает с этой кабины. И уже Брус повезет в Латвию сам. Вот, 577 километров в Тюмени. Посмотрим, может быть, как там. Посмотрим, как там будет дело по дороге. Что-то вроде как снег, я слышал, там у нас в Тюмени обещают сегодня. Будем ехать, посмотрим. Да, нечего загадывать. Сейчас погода нынче непредсказуема. Сейчас плюс 6. Видите, сырость, серость. Вот ноябрь. Вот именно ноябрьская такая погода. Что будет дальше, неизвестно. Тут через 100 километров может быть минус 30. Но это я шучу образно. Покатили. Посмотрим, как сейчас тут. По идее, сейчас полицаи. Ну, может быть, тут-то постов нет. Когда раньше посты были, едешь после дня водителя на каждом посту. Здравствуйте! И улыбается. А ноздри, как у быка, раздуваются. У того полицая. Операция нюх-нюх. Да, так вот, недорассказал. Ну, он меня выгрузит и уже поедет ноябрь работать он сам. У меня уже как бы сегодня 26-е, сегодня как раз месяц, как я вышел. То есть я-то думал съездить туда, но с другой стороны потом возвращаться в Москву. Потом с Москвы опять мне каких-то понятных перекладных добираться. Зачем? Здесь меня в Минске выкинут и все, я останусь дома, а Мишаня поедет дальше трудиться. Ну, а в Латвии мы еще побываем. Ну, пока это еще далеко. Мы еще пока в Сибири. Поэтому надо будет думать, как нам где пересекаться. Может быть, мы что-нибудь с Катей загрузим куда-нибудь туда на пятерку, чтобы его там подцепить. В общем, поехали решать проблемы по мере их поступления. Будем смотреть, что день сегодняшним днем будем жить, что нас сегодня тут ждет интересного. Вы только посмотрите, на какая на улице симпатичная мерзость, да? Сырость, еще и туман навалился. Видимость, ну не то чтобы совсем ноль, но слегка по приборам. Наверное, метров 300. Больше уже я не вижу ничего впереди. Ноябрь такой ядреный. О, я понимаю.
вдохновение, настроение шкалит в такую погоду. Только не в ту сторону. Я нормально. Не зря же Алиса Фрейндлих пела. Природы нет плохой погоды, правильно? Раз такая сегодня, значит, нужна такая. Вчера у нас был гололед, сегодня туман. Война, эпидемия, снежный буран, как пел Виктор Цой. Кстати, Google мне в помощь. Сейчас мы посмотрим. Погода Тюмень. Погода Тюмень. Оп. Что день грядущий нам готовит? Сегодня. С часа дня у нас в Тюмени начинается снег. Вот так. Значит, сорока, которая на хвосте принесла погоду в Тюмени, оказалась права. Привет, сороки. Лучше бы ошиблась. Радуемся туману, снег впереди. Вы не габарит, однако, уперлись. Сейчас в туман его будет проблематично, конечно, обойти. Тоже коллега едет, но у него, скорее всего, 99% в разрешении указано, что там в ограниченной, то есть во время ограниченной видимости там движение запрещено, еще что-нибудь. Ну, а про контрольный промер этих всех. Thank you.
нихера себя ведет. Терпимо, зеркала. Нормально. Боковые стекла не очень сильно. Цукалинск. Здрасте. В 1759 году основан, оказывается. Кто-то же здесь вот по какой-то причине здесь корни бросил. Или сюда, может, ссылали кого-нибудь, ссылку. Уже бабло зарабатывают частники. В чем женщина командует парадом? Косой стоянка, восточная кухня, шиномонтаж, баня, душ, дизельное топливо, автомагазин, ремонт РВД, а также шарики, Виагра, мазь китайская, вот псориазы, супайки армейские. Это последняя стоянка справа, в сторону Тюмени. Ну что, рацию выключать? Мы же населенный пункт приехали. Слышите, как вот поскрябывать начало? Да, нет, там здесь местная, здесь не подскажете. Еще не скрябало, вот еще вчера вот. К вечеру. Все, что можно сказать. Плохо принято. Прям продублируй. Такси надо вызвать. Такси. Кто-то, наверное, хочет денег. Записывай номер. Денег поехать снять. То есть принял, нет? Да, принял. Давай, записывай. 8-951. 412-81-84. О! Запишите, кому-то пригодится, может. Продублирую то, что я продиктовал, я проверю. Цукалинский. 8-951-412-81-84. Нет, то есть там не 81-41 и 84.
По-моему, он первый раз говорил 81. 851-412-41-84, как принял. Ёлки-палки, с 20-го раза телефон запоминает. Посмотрите. 851-412-41-84. Да, то есть правильно. Свой же телефон. 80 рублей будет стоить поездка. Хорошо. Туда-обратно 160, да, вы? Да, товарищ, так будет. Сам же свой телефон продиктовал. Да. Правильно, чего? Какой-никакой. Виагра мужская на восточной кухне, темная четверка. Вот, на темной четверке он же и завезет. Какой-никакой, а заработок. Вот видите, что значит погодные условия и ветра нет. Вот, уже сегодня 33,1. Выезжал 33,4. Я буквально сколько тут за 100 километров на 0,3 уменьшил расход. Нету этого. Трно-трно. Машина идет себе, бежит, не напрягаясь. А вчера этот ветрище, и все, и она постоянно, бедная, упирается, ехать не хочет. И все прет этот расход. Моментально смотришь, он там в районе 50-60 постоянно тусуется. А сегодня совсем другое дело. Но все равно скоро все изменится. Пойдет снежочек и опять перестанет. Ну, хотя бы падать. Ой, расти бы не начал. Как-то хочется его все-таки снизить. 33 многовато. Хотя бы литров до 31 брать. Ну, по итогу я имею в виду за рейс. Я что-то не пойму. У нас на улице не туман. У нас дым. Запах гари стоит. А где что может конкретно так гореть? Как летом, вот летние пожары, когда тайга, когда леса горят. Конкретный запах дыма. Неужели тут где-то лес горит? Но это не туман. У нас уже где-то граница должна быть с областей. Омской, Тюменской. Поедем до Абатского. В Абатском остановимся, пойдем в магазин, сходим. Надо. Хотя скоро как бы смену сдавать, но все равно уже ни масла нет, ни колбасы, ни ветчины, ничего. То есть с утра даже чай попить-то не ищем. Сегодня последние крохи доел. Тараканы шумят, он в холодильнике. Говорит, жрать давай. Пусто. Слегка подправить надо запасы продуктовые. Может, пельмешек съедим. Порцию. Посмотрим. Интересно вот понять, от чего дым и с какой стороны он. Где что так горит, что так все затянуло. Так-то визуально ничего не видно. Фигня какая-то. Вот и Абатская. Так кушать не будем, но, наверное, порцию пельмешек надо съесть, что как-то вот
По времени получилось, еду почти 3 часа, 2:45. Так, включаем. Шлобатская заезжает. Ну, что-то как-то вот подсасывает. Да, если честно, просто почему пельмени хочется, не знаю почему. Сейчас остановимся, сбегаем в сельпо местное и пойдем слегка кусанем, потом дальше. В шею особо никто не гонит, выгрузка завтра, ехать 700 километров отсюда. Немножко и расслабиться. Аббат, хоть дорогу тут сделали. Раньше что-то вот Аббатское, туда до Ишима. Поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. По шпалам. Дым закончится, туман все равно. Видимость, конечно, намного улучшилась. Манчик продолжается. Интересно, откуда снег начнется. Ну да, у нас уже Тюменская область. Еще плюс один бонусный час. Всего лишь уже теперь 2 часа у нас с Москвой разница. Перестроился уже? Перестроился. Штука 10 утра здесь. Грязюка. Ну что мы хотели? Осень. Россия здесь всегда грязюка в это время года. Все, посетили. Все, дождь пошел. Вообще погода не шепчет. Только что Володя, знакомый, звонил, коллега. Говорит, в Кате снег идет. Прикупили тут немножко. Аббат. Они меня обидели, когда 30 рублей с меня содрали. И вот здесь я не знаю. Я вон там машину ставил. То ли я потерял эту
заглушку под крюк спереди. То ли у меня ее там увели. Заглушка есть, никак забрать не можем. Покрасить, забрать, покрасить и поставить надо. По-моему, домодедово лежит на скане. Строительный. Не, ну я здесь за смесями не пойду. Именно не за смесями, а за крошкой. Где-нибудь надо так, чтобы можно было машиной подъехать. Еще посмотрим, где я буду выгружаться. Что мне такое подсказывает, что я где-то там в районе какого-нибудь строительного рынка буду выгружаться. Есть у меня такая подозрительная мыслишка. Пацаны что-то с дорогой вон латают. Тут же вроде же новый асфальт лежит. Все равно нужен что-то он. Мигалками мигают, что-то. Что-то они там делают. Правда, я так и не понял, чего. Ну вот, я думаю, сегодня этот мерзкий дождь плавно превратится в симпатичный белый снег. Вопрос только когда. Так, ничего не брал, 600 рублей. Блин, целое это. Казалось бы. Хотя, что такое нынче 600 рублей? Что они уже никто ничего не делает. Что тут химичили? Флешки, флешки. А где наш хвост? А, вон торчит. Видите, какие все чумазенькие. Все как один. Вот туда сказали, вон в ту, в маленькую надо идти. Я вот в эту ходил, когда пандемия это было. С собой брал. Сейчас вон в ту пойду. А вот и мы. Такие же чумазенькие, как и все. Сейчас кину уже, потом распакуюсь. Все, пускай тут стоит. Пойдем в кафе. Съедим пельмешек, чайку попьем и поедем. По итогу пошел все равно в другую. Не знаю, что-то я пришел, их там не дозваться было. А передо мной еще два человека стояло. Потом что-то там девочка начала притормаживать. Короче, я думаю, пельмени не дождусь. Пошел в эту. Ох, какое ж тут болотце-то, а! Который был первый раз. Ну так. Порции, конечно, ни о чем. Чисто червячка заморить. Ладно, поедем сейчас. Проедем. Часика три. Потом полноценный обед себе устроим. Дождик, дождик, дождик. Ишим, перекресток двух дорог. К
Как нам сейчас уходить? Ну, как не уходить? Становимся. Ремонт дороги, что ли? Ну да. Реверс очередной. Тюмень 291, Курган 362. Вот до Тюмени ближе, чем до Кургана. Что ж ты будешь делать-то? Я еще не понял, а тут... А как на Курган уходить? Тут вот так хитро сделали, да? На время ремонта. Все в основном на Курган уходят. А мы едем прямо. Дело интересное. Мне тут уже давно 50, уже давно все отменили. Короче, братцы, если человек идиот, я говорю, это надол. Ехал специально, даже будильник себе завел. Сейчас покажу. Вот видите, 300 тысяч 37 километров назад перескочило. Блин. Оставалось 100 километров, не 80. Завел на 50 минут будильник, включил, ну, чтобы напомнил мне. Ну, думаю, сфоткаю там туда-сюда, красивая цифра, троечка, 5 ноликов. Но будильник прозвонил, смотрю, еще 17 километров. 17 или 13 километров, не помню, оставалось. Окей, и тут что-то ля-ля, тополя там с офисом туда-сюда. Пришел в себя вот сейчас 300 тысяч 37 километров. Облом с красивым фото. Ладно, что сказать-то? Ну вот 300 тысяч мы пробежали. Нареканий никаких. Последний раз на 200 тысяч было. И как раз тоже мне попало в Беларуси это было. На его пошло. В машине, наверное, вопросов вообще никаких. Ну, априори. От слова совсем. Кстати, в Заводоуковский район заезжаю. Вообще никаких вопросов. Вот первая зима, когда у нас была, вот единственное, что вот напомню, что у нас с этим отбыли были проблемы. А так больше пока ничего. Никаких проблем, никаких вопросов. Поэтому и обозревать-то особо-то и нечего. Температура уже потихоньку понижается. Уже 4, было 6, сейчас 4, дождик. Дождик у нас продолжается. Вот жду. В Тюмени 137 километров. Думаю, где у нас уже снежок пойдет? В каком месте? Ждем, не дождемся. А скрипсти перестало, потому что вот по воде чистит, а так чёно по этим, по песку, поэтому скребла, вот и поэтому где-то видно, что-то попало. Но все равно щетки надо было, может, поменять уже. Хотя, по идее, вроде ничего, чистит нормально. Может, ТО будем делать, поменяем.
Ну вот как-то так. Короче, мы разменяли 300 тысяч. То вот постепенно дождь превращается в мокрый снежок. Уже пришло сообщение даже от МЧС. Туда-сюда говорят, там это... Шквалистый ветер. Ветер действительно шквалистый. Только с этой стороны сегодня дует. Северно. Вчера, когда ехал, был слева. Ну, встречно-боковой. С левой стороны, с юга. Сегодня дует с севера. Вчера ехали по вот так. Сегодня едем вот так. Зарубзал. Вот, а до Тюмени у нас 51 километр осталось. В принципе, Тюмень уже на горизонте. Посмотрим, может, дальше не поедем. Будет видно. Тюмень пройдем, да на стоянку сканем. Там скоро темнеть начнет. Тюменский район. Машины идут навстречу, все залепленные. Все морды в снегу. Впереди у нас будет весело, походу. Тут за Тюменью есть стоянка по дорожной сети. Наверное, мы туда и поедем. Скоро начнет темнеть. Нас решили остановить. Да, туда. Я туда не заеду. Или заеду? Заеду. Здрасте, здрасте. Что, оторвалось? А фиг, а сейчас все равно меня в следующем году. Лишь, по-моему, до 21-го. Февраль 21-го. Сейчас вот домой приеду, как раз поменяю. У меня прошлые были. Я в мазе сгорел, так они такие опаленные были. Все всегда вопрос задавали. Говорю, что, говорит, костер разжигал. Найдем. Что там, батька-то воюет? А политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честным словом. До свидания.
проверили. Никогда меня на этом посту не останавливали, а тут что-то вот. Решили документы посмотреть. Я своего паспорта не наблюдаю. Сейчас гляну. Эх. А, вот он. Я знаю, что я паспорт брал, ходил куда-то. Куда-то я ходил. Сейчас в папку заложу, паспорта нет. Ай-ё, страховку решили посмотреть. Страховка, еще ее не показать. Че выеживаться? Лишний раз, правильно? Я думаю, это этот. Больше операция проверка состояния, как выглядишь. Вчера все-таки был праздник, поэтому вот и осматривают, как люди выглядят. Просто даже что-то я уже как-то и подзаколебался. Нет у меня желания что-то дальше ехать. Сейчас темнеет, по темноте что-то. Завтра лучше я с рассветом. Мне как-то с петухами проще, чем с совами. Я имею в виду... Ты, говорит, встаешь с петухами. Я говорю, не, я их бужу. Первых петухов.